Более 1500 человек со всех регионов России съехались в Москву на вековой юбилей самой многочисленной общественной организации страны. В их числе 7 человек от Тувинского отделения Союза журналистов России, ветераны отрасли, журналисты, члены президиума местной организации. В честь столетия со сцены Центрального академического театра Российской армии, где проходило празднование, звучали приветственные слова от представителей власти, общественников, артистов, заслуженных и уважаемых ветеранов отрасли. Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто сегодня находится здесь с нами, кто вместе с нами отмечает наш замечательный праздник, наш юбилей, столетие Союза журналистов России. Спасибо за добрые слова всем, кто выступал. Мы постараемся держаться на том же высоком уровне все следующие 100 лет, а может и дальше. Особенно хотелось бы поблагодарить Сергея Семеновича Собянина за решение городских властей о капитальном ремонте нашего Центрального дома журналистов. Действительно, это крайне важное для нас решение. Дом Жур на Никитском бульваре – это поистине культовое место для всей журналистики России. Ну, вы знаете, там бывал Пушкин. Именно со сцены Дом Жура Маяковский сказал эти слова: «Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо». На сцене Дом Жура, в его коридорах и в его ресторане побывали, наверное, почти все журналисты нашей страны. Если мы его радикально обновим, это будет огромный подарок от города всему российскому журналистскому сообществу. В этот вечер много говорилось о профессиональном долге, защите и свободе слова, о честности и правдивости, об обновлении Союза и кодекса этики журналиста. Были вручены высшие награды Союза «Золотое перо», легенда российской журналистики за профессиональное мастерство. Кроме того, в рамках юбилейной программы организаторами были запланированы разнообразные мероприятия, встречи, экскурсии в редакциях российских газет, телерадиокомпаний, информационных агентств, встречи с руководителями федеральных министерств.